Это максимальный уровень в игре Run of Life. Было сложно, но справился. В конце меня ждал очень крутой сюрприз. Игра на первый взгляд легкая, но тебе нужно выбирать очень быстро правильный ответ. Например, ходить по лесу, заниматься йогой, кушать банан и апельсин. Важно, не обращая внимания на доллары. Да, очень хочется их взять и улучшить своего персонажа. Но это бывает ловушечка. Смотри наперед, и ты обязательно дойдешь до бонусного этапа. И получишь в 100 раз больше денег. Как это сделал я? Игра просто вкуснятина. Убил целый час на прохождение. А ты играл? До какого уровня дошел?